Всем привет. Алекс, школа английского. Итак, у нас в современном теннисе исчезает однорукий бэкхенд, к сожалению. Красивейший удар, но он уходит из практики. Если отсчитать 20 лет назад, то там все было по-другому. А если 30 и 40, когда я начинал учиться игре в теннис, был только однорукий бэкхенд. Сейчас он исчезает по многим причинам. Итак, однорукий бэкхенд. Мы его вот таким образом бьем. Итак, мы однорукий бэкхенд бьем. И мы бьем однорукий бэкхенд. Еще пару ударов, наверное. И однорукий. И еще один удар. И еще один. И по ряду причин он уходит. Одна из основных причин это компактность двурукого удара. То есть вы наносите контрудар, идет сильный удар на вас, и вы двуруким успеваете сделать замах, и вы успеваете нанести контрудар. Он очень компактный, двурукий. Вот. Поэтому сейчас, если мы говорим о сотне профессиональной самых элитных игроков, там могу назвать, ну, наверное, Шаповалов остался. Остался Циципас, это два человека. Остался Димитров, это три человека. Ну и Мусетти. Четыре человека я могу назвать. Может быть, есть еще больше сотни, но я называю четыре, осталось из сотни. Вся сотня играет двуруким. Вот. Ну вот мы пытаемся изобразить двурукий. 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 И еще один двурукий. Ну, мне двурукий меньше нравится, потому что, как я повторяю, вся моя молодость прошла в одноруком ударе. Ну и вот компактность. То есть вы раз и готовы к нанесению удара. Пока вы выставите однорукий. Поэтому, когда вы играете одноруким, единственный выход в этой ситуации это такой компактный сделать замах и подыграть кистью. То есть кистью подыграть. Раз-раз кистью. Раз-раз. На это время у вас не хватает. Как вы двуруким, вот вы готовы уже. А здесь идет раз-раз. Без большого замаха. То есть раз-раз и кистью. Ай-яй-яй. Ушел мяч. Сейчас еще один разочек. Вот. Мне даже подбросят. Спасибочки вы. Нет, два. Мячишка дам. Как раз я на камеру, мне хватит. Вы подыгрываете кистью. Раз-раз. Еще. Раз-раз. Еще. Раз-раз. Ну и последнее. Высокие мячи одноруким очень тяжело играть. Высокий мяч сыграть одноруким очень тяжело. А двуруким очень комфортно. Поэтому однорукий только резанный высокий остается. Спасибо большое. Смотрели. Всех благ. До свидания. Супер.